Добрый день, дорогие друзья! Компания Rest Property приветствует вас в солнечной Турции. Сегодня мы приготовили для вас очень выгодное предложение. Новый комплекс на завершающей стадии строительства от известного застройщика. Комплекс имеет инфраструктуру 5-звездочного отеля. Комплекс расположен в районе Махмутлар, всего лишь в 350 метрах от моря. И скоро будет сдан в эксплуатацию. В данном комплексе в каждой квартире будет установлено вот такое огромное зеркало. Кстати, у этого зеркала есть оригинальная подсветка, а все квартиры будут оформлены в светлых тонах. Эта квартира у нас с планировкой 2+1 и общей площадью 130 квадратных метров. Сейчас мы находимся в гостиной. Посмотрите, какая она просторная и уютная. А здесь у нас кухня. Находится она в отдельной зоне. Здесь уже установлена кухонная мебель очень высокого качества. Столешница сделана из камня, а все шкафчики имеют оригинальную подсветку. Особое внимание хотелось бы уделить хозяйской спальне. Например, в этой квартире она выполнена в оригинальной форме. Спальня имеет форму трапеции, и здесь дизайнеры придумали оригинальное решение. Вот такой вот платяной шкаф. Детская спальня также очень просторная. В ней спокойно помещаются две односпальных кровати и шифоньер. В данных квартирах очень интересно выполнены ванные комнаты. Столешница также сделана из камня возле умывальной зоны. А еще здесь огромное количество шкафчиков, куда можно сложить косметику, полотенца и все необходимые принадлежности. В комплексе уже заканчиваются строительные работы, но уже видно, что холл в комплексе будет впечатляющим. Инфраструктура комплекса также на завершающей стадии строительства. Как вы видите, открытый плавательный бассейн уже готов, его осталось только наполнить водой. Также уже готов закрытый бассейн. Еще на подходе сауна, хамам и фитнес-центр. Более подробную информацию вы, как всегда, сможете узнать на нашем сайте www.restproperty.ru. Ссылка находится под видео.
А также не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Новые видео в эфире с понедельника по субботу.